Итак, всем привет, друзья! Вы на канале Виконста. У нас сегодня, ребятки, очередная вылазка на природу. Приехал я опять на водохранилище. Будем сегодня рыбачить с ночевкой. Закинул я уже 3 удилища. На 2 поставил макуху, на 1 поставил живца. Ну, посмотрим. Погодка с утра была так себе, шел дождь. В обед, когда собирались, тоже хотели уже не ехать, но потом решили, поедем. Скажи, не знаю, как рыбалка, а мясо взяли, шашлыков точно нажарим. Не знаю, как рыбалка, получится у нас поймать рыбу или нет. Мясо мы тоже взяли, будем сейчас скоро разжигать кастрик и будем нанизывать мясо на шампура. Короче, всем удачного просмотра, но я пошел дальше раскладываться. Ребята, буду использовать кашу старого гороха. Сам я не варил. Ну, прошлую рыбалку она показала себя нормально. Поэтому выдумывать велосипед мы не будем. А замешаем немного каши. И будем заряжать пружинки. Каша уже настоялась. И поставим пуфики воздушные. Самую крайнюю эту удочку сейчас снимем. И будем пробовать ловить карасика. Короче, ребята, пока рыба не клюет, мы сейчас засыпаем уголь древесный. И будем жарить шашлыки. Сейчас закинемся прикормкой для себя, чтоб рыбка клевала. Всем приятного аппетита. Пока ни одной поклевки. Но мы не отчаиваемся, ждем. Опа. Сейчас будет пахнуть, да как. Жалко, что камера еще запахи эти не передает. А, красота. Пока, ребятки, ни одной поклевки. Ну, давай за рыбалку. Чтоб рыба клевала. А то мясо он уже готовится. Рыба вообще не хочет клевать. Вот такой у нас получился сладкий стол. Ну, всем приятного аппетита. Рыба не клюет, но хоть шашлычков на природе покушаем. А, сок течет аж. Ладно, трусите холодильники, друзья. Короче, ребята, рыба не клюет. Вот таких пернатых ловлю. Ребята, время 22:23:36. У нас за весь день ни одной поклевки, точнее за весь вечер. И вот мы снимаем еще одну партию мяса. Ну, а что делать? Так что на второй заход идем. Всем приятного аппетита.
Ну что, вот и пришло утро. На часах 5:35. В итоге у нас за ночь было 0 поклевок. Я уже сматываю потихоньку удилище. Ну ничего, главное на природе это отдых. Удочки так, чисто покидать. Приехали. Надеялись, конечно, поймать рыбки, но не все же ловить. И не всегда получается. Клюет вчера и завтра. Ну ничего, мы не отчаиваемся. В следующий раз обязательно улов будет намного лучше. И более с душой, я думаю, отдохнем. Кому понравился этот небольшой выпуск, влог, назовем его так, отдых на природе, ставь палец вверх, подписывайся на канал. С вами был на канале Виконста. Всем гудбай!